Лодо выходит на лед, номинально третий дуэт канадской сборной. Но по итогам короткой программы они оказались на несколько сотых долей балла выше Илюшечкиной и Московича. Ну и смотрите, в образе спортсмены еще только когда их объявляли. Смотрят друг другу в глаза, учитывая, что катаются они под Петра Гэбриэла, и одна из этих композиций звучит как «В твоих глазах». Ничего удивительного, что они начинают игру и играть начинают глазами еще задолго до начала непосредственно номера.
Очень крутой прокат канадцев, практически безупречный. И я думаю, что при прочих равных они вполне могут получить оценку, а вместе с ней место выше Кристины Астаховой и Алексея Роганова. Вот сейчас, когда появляется на наших экранах окончательная оценка спортсменов за технику, мы видим, что у россиян чуть-чуть больше. Ну, тут все понятно. У наших в арсенале есть каскад 3-2-2, пусть и в самом начале программы. Ничего подобного у канадцев нет. Но зато во второй части, пусть даже в парах это и не премируется дополнительной надбавкой к базовой стоимости, каскад из акселя в 2,5 оборота и двойного тулупа. Но, конечно, 3-2-2 это не перекрывает никоим образом. В качестве параллельного прыжка тройной сальхов использовали и наши, и канадцы. Подкрутки и там тройная, и там второго уровня, но у канадцев похуже. Арбитры оценили небольшими минусами. В общем, канадцам может помочь только тот факт, что они набирали больше 60 после короткой программы. И, похоже, вот за счет первого дня соревнований они сумеют остаться выше россиян в итоговой таблице. Ну и таким образом пока подтверждается теория относительно того, что много в парах отыграть практически нереально. А о чем это говорит? О том, что в преддверии борьбы за золотые медали этой самой борьбы может и не состояться. Все-таки далековато от соперников оторвались Меган Дюамель и Эрик Редфорд. Хорошая, очередная хорошая канадская пара. Если продолжат также прогрессировать и эта молодежь, и Лешечкина с Московичем, Кирстен Муртауэрс, боюсь, придется довольствоваться только теми самыми четвертыми местами на внутреннем первенстве Канады и, соответственно, поездками на чемпионат четырех континентов, когда лидеры откажутся от этого престижного старта, как было в нынешнем сезоне. Ну или ожидать того, что закончит в ближайшем будущем Дюамель Редфорд. Ух ты, какие высокие баллы в итоге они получают. 117,5. Фактически столько же, что и россияне. У наших 118, тут на полбалла меньше, но значительно лучше сейчас положение у Джулианны и Чарли за счет того, что у них было почти пятибальное превосходство по короткой программе. 4,5 осталось. Они лидеры.